уклон левый пропечь. Ну-ка еще раз. Лево. Первый левый сильный должен быть удар. Это не просто, это не сокращение, это сильная атака. Ты пробить должен. Но все равно не вот этим движением, а вот этим движением. Сильно крутить не надо. То есть здесь не вверх движение, ясно? Здесь вращение спины. Такой силовой удар с бедром. На носках. И плечо. На уклоне пауза. Задняя нога. Еще раз, моя вина чуть-чуть, давай. Надо. Еще раз. Попробую сделать без паузы, ну-ка. Во! Где была рука левая? Ушла. Смотри. Левый. Прыжок, да? Прыжок, да, но руку не забираю. Раз. Плечо пошло. Прыгаю, плечо. И тогда твой кулак, вот он, должен остаться здесь. Колено вниз погасило движение твое вращательное вниз. Колено вверх гасит, останавливает. И здесь гасит твое вращение, ясно? И кулак тогда должен остаться здесь. Чуть-чуть он ушел сюда. Вот это будет. Давай еще раз. Поймай, как бы. Раз, и ты прыгаешь. Это на носках. Прыгаешь, как правый прямой бьешь, но без руки, плечом. И получается, что плечом вот кулаку. Кулак остается во фронтальном положении. Тогда он разгоняется сразу в печень. Находчиво? Чуть ты голову повернешь, кулак уже вне тебя оказывается. Давай еще раз. Ну а подскок где на ударе снизу? Давай, не тормози. Раз, два, три. Ушла рука. Чувствуешь, ушла рука? Поймай руку. Потому что стал раз, стал забирать руку. Вот, правильно. Но упасть на колено, видишь? Очень много зачем следить надо, но на колено упасть. Согнуть колено, ясно? Не торопись. Сделай медленнее. Давай медленно разложим. Раз. Два. Где подскок? Ты должен оказаться. Вот ты сейчас в средней дистанции. Должен оказаться в ближней, то есть под моим локтем. Вот он. Два. Во. Бьешь. Подскок тоже. Делай подскок. Можно подскок сделать. Во. И еще раз сюда, да. Мысль понятна? Давай соберем. Давай еще раз. Вот такой. Да. Сюда пробить как бы можно. Ушла рука. Голову не отворачивай. Не повернул голову. Не поворачивай голову. Плечом, Миша, плечом. Не вот тут повернуться. Давай еще раз. Первый удар. Непонятный. Во! Вот сейчас. Что сейчас было по-другому? Первый удар. Ты когда сжал кулак? Ты сжал кулак в начале, понимаешь? Ты потом, это не несколько разных движений, это одно целое, это такой эпизод, это одно действие идет из другого. У тебя в первом действии вот разжат кулак, ты его пытаешься, потом, ты его не сожмешь в конце. Вот он у тебя улетает. И здесь тебя тоже раскрывает. Ты в конце, в самом последнем не сжал кулак. Все, это цельная часть. Он здесь у тебя остался. Вот ты смог это сделать. Не сжимаются кулаки в конце удара. Не сжимаются кулаки перед уклоном. Просто это невозможно. Ты либо бьешь, либо кулак сжимаешь. Либо уклоняешься. Нет, можно, конечно, сделать уклон, сжать кулак, но это пауза. Лишнее здесь. Вот это сейчас ты сделал, это хочу, чтобы ты запомнил. Понял? Молодец. Поэтому и кулак здесь остался. Ясно, потому что... Оп, он полетел. Доходчиво? Сжимаем кулаками. Кулаки, ребята, перед действием. Перед уклоном, перед ударом.
И будет вам счастье, потому что вы сохраните группировку. Вот. Да, кстати, пользуемся, ребят, да. И на майские праздники с 1 по 11 новая локация у нас. Сбор делаем в прекрасном месте под названием Пицунда. Море, хвойный лес заповедный, баня, прогулки, трехразовые тренировки, а питание. Питание тоже трехразовое, да. Все включено, на сайте есть. Трансфер. Это Абхазия. Дружественная атмосфера. Пицунда, насколько я знаю, там турниры боксерские проводятся в самой Пицунде. То есть найдем с кем побоксировать, а главное море. Самое чистое море, черное. И формат наш, конечно же, это семейный формат. Родители с детьми, папы с детьми прекрасно проводят время. Вот. Дети до 14 лет, тренировки, тренируются бесплатно. Подарочки, еще что-то там. Личное душевное общение гарантирую. Так что приглашаю. Майский проведем с удовольствием. А главное, ребят, для нас выделяется отдельный прекрасный корпус, там третий, да, новый. По-моему, бревенчатый он даже такой, деревянный. Там такие номера, класс. Вот. Торопитесь, так сказать. Потому что мест там не слишком много, между нами говоря. Это секретная информация. Все. Девушки, с наступающим 8 марта!